Меня зовут Курик Кирилл Викторович, я являюсь генеральным директором компании AGB Construction. Этот проект создан на базе предприятия «Алмаз Геокур», которое в данный момент занимает лидирующие позиции по производству российского бурового оборудования и по его продажам. Компания AGB в данный момент разрабатывает экскаватор-погрузчик, который будет собираться на базе нашего производства в городе Видно и также в Подмосковье, на Ленинградском шоссе. На данный момент будет производиться только одна версия погрузчика AGB 3CR с равновеликими колесами и с тремя вариантами установки двигателя. Двигатели рассматриваются на первых моделях, это будет Каменец стоять, 3.9. Механический. В дальнейшем будем переходить на двигатель USB 4.5, производство КАМАЗа. Наш Каменец вышел из этого концерна. Я буду производить собственные двигатели, которые полностью подходят под установку на наш эскадропогрузчик. Релиз эскадропогрузчика запланирован на 2 августа. На первом этапе комплектующие в большинстве гидравлика американская, насосный паркер, распределитель и пуска. В России на данный момент нет аналогов, которые позволят сохранить качество. В этом направлении мы уже прорабатываем. Наше конструкторское бюро составляет техническую документацию. И в дальнейшем планируем максимальную локализацию уже ему от российских производителей. Характеристики технические схожи с аналогичным британским погрузчиком GCE. Глубина компания 5990. В принципе, это максимально, который необходим сейчас рынку. Коробки будем ставить на первом этапе. Это Carrara, мосты дальше. В России сейчас сотрудничаем с литейными предприятиями, пытаемся найти, кто может там отлить корпус под коробки мосты, необходим в качестве. Пока на данный момент это все, что мы можем рассказать. Не хотим раньше времени объяснять, где и что мы покупаем, какими путями. Также AGB создает сейчас сервисную службу, выездные бригады для обслуживания, гарантийный период составит 2000 мобильных часов или 1 год с возможностью расширения гарантии. В 2022 году мы планируем произвести порядка 100 единиц техники. На 2023 год запланировано 700 единиц. Наши производственные мощности могут покрыть до 1000-1000 единиц в год. Но с этими планами уже будем прорабатывать дальше. Дальше следующая техника, которую тоже мы уже разрабатываем, это полноповоротный экскаватор. На гусеничной базе его выпуск будет запланирован уже на 2023 год. Конец 2023 года. На данный момент это все, что можно получить. Экскаватор какого класса? Что? Экскаватор какого класса? 20-тонный гусеничный экскаватор, да. Спасибо.